Тут монтировать надо, боже мой, это же сложно, да. Это не так делается на самом деле. Ой, у меня уже 35 подписчиков. Тысяч. 35 тысяч. Так, комментарий. Это очень плохо, мне не нравится твое видео. Уходи с Ютуба. Нет. Привет, крошки, и мы сегодня пришли в неизвестную мне игру, я не знаю, что это, тайкун или еще что-то. Написано о жизни ютубера, видимо, так, как она и есть. Сейчас будем сравнивать, смотреть, что тут у нас. Пляж. Ничего себе. Так, я хочу нормальная на пляж. Такая жизнь. Да, вот именно. Так, давайте пройдем быстрый туториал и посмотрим. Так, это мой дом. Вышла Ульяна оттуда. Интересно. Здравствуйте. Интересно. Я в гости, наверное. Так, видимо, да. Ну, уже по сути из гостей. Так, тут можно покупать какие-то сундуки. А это магазин, где, видимо, нам нужно будет сейчас что-то купить, смотрите. Так, о, тут shift, кстати, работает. А, у вас там как дела? Вы где? А вы в магазине уже, что ли? А я не, Ева, я в дом зашла. Ева, рассказывай, что делать. Мы скипнули туториал и не знаю, куда идти. Да. Ага. Давайте. Я уже сплю. В смысле, ты уже спишь? Да, и уже пиццу съела. Пиццу съела, что? Вернее, не пиццу, а воду выпила. Так, мне предлагают купить микрофон за 500 долларов. У меня сейчас есть 600. Я возьму бесплатный. О, нормально! А почему мне тогда меня заставляют? Ладно, хорошо. А, у меня бесплатный, куплено. Мне точно надо за 500? Ну... Так, я отказалась уже. Так, ладно, видимо, да, мне нужно именно этот микрофон купить, потому что мне предлагают. Так, и выходите срочно из этого магазина, говорят. Хорошо. Отличная работа. Теперь вам нужно прийти домой. Иду домой. Слушайте, это как-то... А как найти дом? А вот, смотри... А он зелененький вот... такой. Да, там. Вот сюда, вот сюда. Через дорогу прям. А у нас один дом? А вот... Нет, это не ты. Мы живем. А, у нас многоэтажка, понятно. Да, многоэтажка, видимо, да. Так, и тут... У меня, боже мой, я подумала, что это беговая дорожка, это автомат. А ой, мне надо построить кровать. А зачем? Я же могу не спать, в принципе. У меня 100 долларов. Ну, вообще, у тебя слева снизу твоя шкала всего, как бы, ну... В чем нуждается ютубер? То есть, да? Там надо есть, надо спать, надо быть веселым. Да, поэтому да, и поиграть, и все сделать. Агась. Так, прежде чем записывать видео, вам нужно поднять энергию, голод и вообще все до 100%. Вы прикиньте? А я уже записала вообще-то. Я да, тоже. В смысле такое вот... У меня уже даже просмотры идут. О, ага. Капец, вы быстрые. Так, я только сплю пока что и отдыхаю. Так, мне теперь нужно поиграть. А я же играю, когда записываю. Ну ладно, в принципе, пропустим этот момент. Но я не против, мне нравится. Так, и теперь мне нужно покушать пиццу. Точно пиццу? Ладно, я что-нибудь... Яблоко. Чё, яблоко такое дорогое? Да там все дорогое, мы еще не заработали. Попью воды. Ладно, мне это не помогло, кажется. Ладно, мне говорят, что все отлично, пора записывать видео. О, слушайте, тут игры прям. Ничего себе. Стоп, мне что, прям сейчас в нее играть? А, ну, что? Почти. Ну да, там надо нажимать нажимай, кнопочки. Нажимай, нажимай. Мне надо... Я не понимаю. Стоп, мне нужно было выбирать буквы и нажимать это на клавиатуре или как-то... Нет, можно мышкой. А, да? Да, да, да. Блин! Капец! Вы бы сказали хоть. Монтировать надо, боже мой, это же сложно. Да! Это не так делается на самом деле. В жизни это как бы тоже... Ну вообще, честно говоря, тут проще. Ну да. Он просто предлагает в любой момент вырезать ненужную часть или нужную. Так, хорошо, у меня видео загружается. А у меня еще и компьютер сломался вообще-то. А что делать, если тебе нет денег? Робот какой-то атакует. Мне нужно было соединять провода. Ой, у меня просмотры пошли. Ничего себе, слушайте, это хорошо. Так, но я голодная, это плохо. Ладно, видимо, придется потратиться на пиццу. А тут... Там нет пиццы. Мне показывают. Да, вот именно, мне показывают, что в холодильнике есть пицца, пиццы нет. Ладно, съем яблоко. Ютуберы не кушают пиццу, но оказывается, яйца с беконом стоят 1000 долларов. Капец. Нормально. Такого не может быть. Просто не может быть. Но это элитные яйца с чем-то еще элитным. У меня видео 1700 просмотров набрало второе. Ого, так, подождите, а мне куда-то предлагают пойти купить
зачем? Мне, блин, у меня 100 гемов, и мне на них предлагают сундук взять. Ну возьми. Там может быть роутер, кофемашина, даже золото, еще что-то классное. Ладно, хорошо. И у меня роутер, Wi-Fi роутер 3. Это 3 штуки или какая-то версия апгрейшена? Наверное, апгрейшена. Слушай, тоже пойду куплю себе сундук. Кстати, ты эти штучки, гемы, все-таки зарабатываешь, поэтому можно как-то с этим даже, ну, в общем, работать. Прикольно. Слушайте, ну, я не понимаю, что это. Это не похоже на тайкун, это не похоже на все остальное, в принципе. Ну, симулятор. Ну, что-то, да, типа такого есть. Это похоже на реальную жизнь ютубера, а я получила кофе машину. Спасибо. О, прикольно. Так, стоп. А мне же нужно поставить роутер. Так, у меня есть роутер. Чего? Мне даже со столиком его дали. Ага. А почему его нельзя поставить, что ли, никуда? А кофемашиной нельзя пользоваться. Это просто... Как внезапно, правда. Я надеялась, что я буду пить кофе. Да-да. Блин, ну вообще, конечно. Так. О, Ёж, в магазине что выбираешь? Это я. Да я микрофон. А, ну я камеру тоже себе возьму. А или компьютер, может быть? Компьютер дорого стоит. Ой, я тоже пойду в магазин, у меня есть деньги. У меня нету, я последние потратила на яблоко. Боже, Ева, это вот очень грустно звучит. Да, да, вот я не понимаю, мне это не нравится. Так, комментарий. Это очень плохо, мне не нравится твое видео. Уходи с Ютуба. Нет. А, так, я их удаляю. Я не хочу такое. Мне не нравится. Так, поехали еще раз же в эту игру. Видимо, я очень плохо играла. Мне нужно друг за другом нажимать на эти буквы, или там должно быть какое-то слово, я не очень поняла. Не-не, просто так нажимаешь. Не, просто нажимаешь и все. А. А мне сказали, что ты заслуживаешь больше подписчиков. О, блин, это круто. Да. Так, мне не нравится монтировать видео. Это неудобно, я не попадаю туда, куда нужно. Так, а что мне делать? Я не хочу выходить из дома. Мне не нужно выходить из дома, в принципе. Я могу еще раз... Кажется, мы играем в Murder Mystery, да? Да, да, что-то похожее такое вот. А сколько у вас уже подписчиков, ребят? 2000. А сверху это подписчиков. Ого! У меня 89. 1300. 367. Блин. О, я вижу... Что? Подождите, а что? Там на билборде Ёши? А. Как лучший ютубер. Ой, спасибо, так приятно. Ой, Ульяна там в трендах. Я в трендах. О, капец. А где? А мы что, мы не... И Лана вот тоже. Да? Капец, а я что? А я все, да? Я самый плохой ютубер, да? А это что такое? Это телефоны продаются на улице? За просмотры, между прочим. Да, вот, я даже не поняла, да. Прикиньте, там Nokia за 50 тысяч просмотров. Nokia за 50 тысяч. Ой, что-то мне плохо. Так, а вот это вот что у нас за дом? О, я могу купить новые апартаменты или апгрейдить. Чего? Так, ну только у меня нету денег. Немножко, да, подзаработать. Подзаработать явно. Я могу переехать в другой дом, если у меня будет очень много денег. Там столько надо денег, что столько мне вообще... Все как в жизни получается. Да, у меня вообще столько нету, даже близко, даже тут. Так, ладно. Я пошла на пляж ночью. Не знаю, может мне ага. это... Ага, а я пошла покупать себе новый компьютер. Ничего себе, вот приоритеты молодцы. Как бы. Ага, слушайте, а тут кнопка бриллиантовая. Что ты а делаешь? Вот будешь хорошо записывать видео, получишь бриллиантовую кнопку. Ну, она что-то делает в воде. Я вот подплыла к ней, но она как бы не это. А там еще одна какая-то мармеладная как будто. А как вообще часто можно записывать видео? Вот я не очень понимаю. Постоянно? Как вы второе видео можете записывать, если там мне только первое доступно еще? Боже, что у меня было? Ты, ну, 10 тысяч подписчиков. Пиши Murder Mystery, это тема твоего канала. Конечно. Понимаю. Слушайте, правда, вот я смотрю, пока монтирую, очень похоже. Да-да-да-да-да, есть такая карта даже. Ну, честно, монтировать тоже как-то не особо получается. Да. Записывается получше. Это точно. А зачем мне вообще нужен был роутер? Он мне чем-то помогает? Думаю, вряд ли. Кажется, для красоты. Ну вот. Лучше бы мне бесплатно еду дали. Придется сыр есть. А я тут поняла, что надо есть воду, короче, пить. Это самое дешевое. Да? Пока мы не заработали, ты просто пьешь воду. Ну, посчитай. Блин, реально, 5%. 5 долларов, да, там? Да, да. Ой, вот так это вот. Просто пьешь воду, и все. А я уже сыр ела. Ого. Да, я тоже только что сыр съела. Богачка. Зачем вот, блин, зачем это я только воду пью.
Понимаете, как тяжело живет ютубер. Добрая душа. Так, смысл? Я до этого 3 раза подрезала во время монтировки, понимаете? Я уже это, у меня уже все, надо поспать, отдохнуть. Так, следуем советам Ланы, пьем воду. У меня так и осталось 93%, в смысле? А, вот уже 98%. Ты плохо пила воду. Я поняла. Мне нужно улучшить компьютер, вообще все. А у меня денег нету. Ну, видимо, тебе хватает на компьютер. Тебе не просто ж так советуют. $1000 есть? А я не знаю, я видео записываю, подожди. Нет возможности посмотреть. Ну, вы меня извините, у меня такой монтаж не очень хороший. Так что я вас понимаю. По сколько процентов? Ну, по 79 где-то. О, мне где-то 90. Ну, вообще, ребят, на самом деле, очень похоже на реальную жизнь ютубера. Пьешь водичку, записываешь видео, покупаешь новые штуки. Реально, реально, да. Иногда доходишь до пляжа, чтобы посмотреть, вернуться домой. Так, а что мне нужно брать? Я сама могу просто выбрать, да? Или тут, в принципе, по цене можно понять, видимо. Да, по цене. Ребята, у меня видео 12 тысяч просмотров, 13 тысяч набрало. Вау. Ого. Капец, просто. А я вторую игру, кажется, себе открыла. О, я тоже. Ну, капец. Чего? Видео набирает у меня по этой игре. Мне еще камеру надо брать. 9, 10, 10 тысяч. А, 12, 13, 14. Капец. Получается, я зря пошла в магазин. Надо было чуть позже. Ой, здравствуйте, все в магазине встретились. Где встретить известных ютуберов здесь? Конечно. Ой, куртка главная. Ребят, мне прежде чем поиграть, надо поиграть. Ну, это... так бывает, на самом деле, да. Чтобы набраться сил. Мы же тоже иногда играем просто так, не в Roblox. Ну да, так и есть. Ребят, я дико извиняюсь, но у меня самый идеальный монтаж из всех, что вообще были у меня. У меня по итогу получилось 98, а один из вариантов был 99,8. Офигеть. Обалдеть. Интересно, сколько будет просмотров с такого видео? Блин, ну, наверное, круто, потому что, да, мы плохо монтируем так-то. Так, и теперь... А, 96, почти. Я тоже хочу... Блин, плохо. Вот куда она так быстро бегает? Ребят, получилось всего лишь 13 тысяч, что-то совсем как-то не очень, честно говоря. Всего лишь, да? У меня всего... Я так старался. Блин, реально похоже на жизнь. Блин, это видно очень, да, правда. Че, комментариев никому больше не давали никаких? Не, мне давали, но у меня хорошие. Один какой-нибудь пакостный бывает, но... Слушайте, у меня почти 8 тысяч просмотров было сейчас. Я до этого не смотрела вообще, сколько бывает просмотров. 95 общая монтировка. Ха-ха, попробуй побить 98. Сейчас 94 у меня, кстати. Так, ладно, я за клавиатуры выдвигаюсь. Видимо, она мне должна помочь. Да, пойду тоже закуплюсь. Да-да-да. Что важнее? Наверное, куплю себе компьютер. Капец. Поддерживаю. А подождите, а у нас мышки... 3500. А вот. Что? Мышка 500 стоит? Ну, это как-то... Ну, вообще... А, ну нет, хотел сказать, как в жизни, но нет, не как в жизни. Ну, судя по ценам тут, конечно, да, несоответствие какое-то, потому что там $1000 этот яйца с беконом, омлет. Ну да. Это, конечно, вообще я не представляю. Блин, когда у меня откроется... А, на 10 тысяч подписчиков у меня откроется вторая игра. А, у тебя еще нет ее? Я уже ее снимаю. Нет, у меня вообще там что-то мало, у меня не больше 3, что ли. Mm-hmm. А вы заметили, да, когда вы монтируете, с каждым разом это быстрее начинает бегать полосочка? Да, все так. У меня 3700 подписчиков и $74. Господи, я могу пока что пить только воду и спать. Блин. Слушайте, а как почитать комментарии? Я очень хочу почитать комментарии. О, в смысле, ну, видимо, тебе дадут, когда их оставят, тебе обязательно скажут об этом. А. О, я $1700 заработала. Это неплохо, мне нравится. А зачем постоянно сплю, ем и играю? Ева, так это жизнь, это жизнь такая, по-моему, разве нет? О, ребят, там адопт в трендах. Только там на 500 тысяч подписчиков она открывается.
Блин, у меня опять сломался компьютер. У кого-то еще ломался компьютер? Нет, а, ломался, такой... ломался дважды или трижды уже даже, наверное. Вы просто слишком много записываете. Я только новый купила. А, не, ну он же, какая разница? Это все равно техника, она ломается. Это так и работает, к сожалению. Ребят, кстати, хотел сказать, что обязательно обновляйте свои девайсы, потому что у меня было максимально 13-14 тысяч просмотров. Я купил все новое, у меня 35 тысяч просмотров на видео. Вот так капец. Ну, я пока зарабатываю только. Так, секундочку. Что там с роботом случилось? Что-то случилось, ничего, да. Сказали? Там что-то постоянно с ним происходит. Ага. А это кто такой вообще? Откуда он? Робот. В смысле? Что? Я сейчас все деньги просто потрачу в компьютер. Ева, ну так и надо. А куда тебе их еще тратить? Так, я еще монитор не покупала, подождите-ка. Ну как это куда тратить? Я вообще-то это хотела вон на пляж сходить, где-нибудь отдохнуть. Наконец-то купить себе квартиру нормально. Ева, подожди, нормально ты. Надо сначала поработать. А тут полдня поработала и думаешь, что уже пора. В смысле полдня? Я всю ночь работала. Да, опять сломался компьютер, вы издеваетесь. Ладно, ты это, может, поменьше работай. О, у меня 92% монтаж. Я сейчас молодец. Слушайте, я хочу почитать отзывы. Мне никто отзывы, слышите? Отзывы. Ну, бывает, да. Я тут уже несколько дней не сплю, просто всю воду пью и это и играю. Ты хоть молочка там попей, я не знаю, то воду все и воду. Я эконом. Ну, вода выгоднее, чем молоко, вы что, не понимаете? О, ребят, 48 тысяч просмотров, не завидуйте, пожалуйста. У меня новая игра, у меня новая игра. Так, я пью молоко и пошла играть. Так, а у вас на новой игре по-другому надо было что-то? О! 44 тысячи просмотров, понятно. Капец, а у меня комментарии, понятно. Так, у тебя не смешной контент и очень плохо все. Остальные говорят, все нормально. О, так, блин, я-то думала, там игра интересная, а тут то же самое, надо буковки нажимать. Ой, это, кажется, надо сбежать из тюрьмы, похоже, какая-то об этом. Да, это джейлбрейк. Слушайте, круто. Так, ладно, у меня вроде достаточно денег, пойду обновлю что-нибудь. Я как не захожу, Ульяна все время в магазине стоит. Да я вот только монитор купила. Ребят, в первый раз у меня на одном кусочке 100, ровно 100. Да, у меня тоже такое было только что. Да? Офигеть. Сама в шоке. Как вы это делаете? Ой, блин, у меня уже все. Самые быстрые руки Дикого Запада. Вот, да. А почему все 3,5 стоит сразу же следующий? А потом 20 тысяч. А мне вот даже на мышку не хватает. Дальше еще дороже. Угу. Так, 56 тысяч просмотров. Думаю, я заслужила салат. Так, а у меня 58, ладно, прикинь. Только что прям. Чуть-чуть больше. Я купила новый компьютер, сейчас посмотрим. Ну-ка, давай. Ульяна сейчас всех победит. Я монтирую. Монтируй. Блин, как монтировать лучше? Может, мне какая-то с мышкой купить. Чё я так плохо все делаю? Возможно. А, стоп, у меня уже было 98, да, в конце, типа итоговое монтирование, скажем так, сейчас 97 просто. Ну да. Так, сколько там салат стоит? 250! Капец, ладно, позволила себе салат или нет? Позволила, конечно. Ого, ты крутая, да, нормально. Ребята, 74 тысячи подписчиков. Просмотров. У меня сейчас тоже будет новая карта. Я зачем-то дважды молоко выпила. У меня было 98%, я еще молока выпила. Знаете, на ночь полезно вообще-то, на самом деле. Перед сном так молочка выпить, поспать, потом опять идти записывать. Честно говоря, я уже немножко устала. Так, подождите, нет, какой? Мне надо в магазин, срочно. Вы заметили, кстати, что у нас магазин круглосуточный? Это мне очень нравится. Еще бы. Так, а у меня есть... А, у меня есть новый компьютер. Ладно. Так, я хотела клавиатуру с мышкой. Блин, а может микрофон? Вы знаете, как тяжело? Ладно, беру микрофон. Ева, скорее определяйся, мы уже вообще все купили. Капец. Что, полностью, абсолютно? Ну, то, что не стоит там 20 тысяч и больше, да. Жесть. Так, а у меня сейчас, кажется, будет 50 тысяч подписчиков и возможность купить себе телефон. Ладно, с Nokia будет ходить. Зачем тебе телефон? Не знаю, хочу Nokia.
Понял. Ребят, телефон, это супер круто. У меня Nokia с селфи-палкой. Смотри, смотри, снимаю, снимаю все вокруг. Хочешь, тебя заснимаю на канал свой? Мне дали кнопку. О, Ульяна, да, кнопка. О, поздравляшки. Капец, круто, поздравляю, да. А можно узнать, зачем я на Nokia снимаю? У нее камеры нет. Знаешь, короче, раньше были телефоны, к которым камера подключалась, то есть у них не было камер. Я это, короче, видел, я офигел, что, оказывается, такое реально было. Вот, может быть, у тебя как раз-таки такая Nokia, типа, просто подключаемая камера и все. Так, а что, я все купила, получается, из того, что такое, не сказать, что дорогое? А, нет, вот, экран, фу, монитор, экран. Капец, Ульяна там 108 тысяч, прям вообще. Да. Круто. Я вошла во вкус. А, да. Ульяна, у тебя доступно? Там третье что-то, симулятор какой-то, да, игра? Да, какой-то блок с чего-то там. И как, тоже на буковки нажимаешь, да? Тоже самое абсолютно. Да, ничего не изменяется. Да, я думаю, вряд ли вообще в этой игре что-то будет меняться, типа это симулятор, поэтому... Ага. Блин, жаль, конечно. Кстати, ребят, сейчас теорию одну проверю. А ну-ка. До этого... Я был не в лучшем состоянии и записывал видео. Да, 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 все так. Короче говоря, если вы... О, можете поздравлять меня. Короче говоря, если вы все на соточку и начинаете записывать видео, то оно больше приносит вам всяких приколдесов. То есть больше просмотров, больше там денег, больше... Всего больше, короче говоря. Однако, если у вас все там процентов по 70, то намного меньше. Ага, хорошо, спасибо, капец, прикольно. Слушайте, а если вы нажмете апгрейд слева под постройкой в доме, то там роутер все-таки что-то додает. Это не просто так. Приятно. И да, вот Ёша прав, нам... ну да, вы же обучение скипнули немножко. Там было сказано, что записывай, когда у тебя все на 100%. А, ну вот, да. То есть, поэтому я тоже стараюсь все время держать 100%, чтобы... Ой, у меня уже 35 подписчиков. Тысяч. 35 тысяч. 35 подписчиков. Ева, надо снимать больше видео, да, потому что у меня уже скоро сотка будет. Ой, так, сколько плохих стараюсь. Комментариев. Мне это не нравится. Ого. А я, кстати, не дожидаюсь почему-то комментариев, мне что-то так нет, не получается. Я записываю, записываю. Слушайте, ну мы столько работаем, давайте, наверное, уже отдохнем. Я предлагаю пойти на пляж. Ага. Давайте там все встретимся, если вы там не работаете, можете отдохнуть. Давайте снимем влог. О, слушайте, да. Это не... О, так. У тебя соточка, кстати, ладно. Да, спасибо. Мы про это тут и снимаем на Nokia. Ага. Блин, сейчас, подождите, я видосик закончу свой и обязательно к вам присоединюсь. Давай. Слушайте, ну мне нравится. Конечно, очень странно, что там камеры, правда, нет. Ну, в итоге, ребята, я надеюсь, что в следующий раз у меня будет 100 тысяч подписчиков и больше. Когда-нибудь я их наберу. Ну, а если вам понравилось, то обязательно вернемся еще. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.